Всем привет! Мы часто рассказываем вам о том, как справиться с непогодой в той или иной части страны. Балю разрабатывает технику с учетом множества факторов, чтобы в любой точке мира вы получили ожидаемое тепло или прохладу, свежесть или чистый воздух. Инженеры Балю часто повторяют: мы внимательны к каждому продукту, как к ребенку. Сегодня это выражение обрело совсем другой смысл. Создана серия увлажнителей воздуха Balu Kids с изображениями героев Disney. Перед вами ультразвуковые увлажнители воздуха, на которых изображен легендарный анимационный персонаж Микки Маус. С этим героем зрители впервые познакомились в 1928 году. Создатели увлажнителей Balu выбрали его не случайно. Он дарит веселье, хорошее настроение, как раз то, что помогает укрепить наше здоровье. Инженеры Balu вместе с дизайнерами Disney создали эту серию увлажнителей, чтобы в каждой детской комнате всегда был здоровый воздух и хорошее настроение. Предлагаю узнать о том, как работает ультразвуковой увлажнитель. Перед включением техники я наполнил бак водой из-под крана. Включил прибор в розетку и готов его испытать. Прибор имеет механическое управление. У меня есть возможность выбрать скорость увлажнения путем поворота ручки по часовой стрелке. Обратите внимание, как увеличивается интенсивность увлажнения воздуха. Холодный пар поступает в комнату через двухструйный распылитель, и у нас есть возможность направлять его в разные стороны. Если в детской комнате есть цветы, мы рекомендуем разместить увлажнитель рядом с ними. Здоровый климат в детской комнате необходимо поддерживать 24 часа в сутки. Интенсивность увлажнения можно убавить. Кстати, увлажнитель работает тихо и не потревожит сон вашего ребенка. Многие родители после того, как укладывают своих детей спать, оставляют в комнате приглушенный свет. Теперь вы можете доверить эту задачу нашему увлажнителю. Обратите внимание, инженеры Balu вынесли встроенную лампу в отдельную функцию. На ночнике есть клавиша для включения или выключения этого режима. Если в комнате очень сухой воздух, воду придется подливать достаточно часто. Увлажнители Balu и Disney имеют функцию контроля количества воды. Он самостоятельно выключится при минимальном остатке воды в приборе. Теперь мы знаем, что создатели Balu постарались сделать увлажнитель воздуха таким, чтобы в каждой детской комнате был здоровый воздух. Уважаемые родители, обращаю ваше внимание на то, что увлажнитель воздуха – это не игрушка. Не позволяйте детям самостоятельно включать прибор и управлять им. До скорых встреч с Balu!